Нет воды и еды, постоянно гремят разрывающиеся снаряды, страх и чувство безысходности. Так описывает блокадный Ленинград жительница Володарского района Валентина Николаевна Мельникова, которая родилась в 1940 году. Девочке было 2 года, когда папа ушел на фронт, а мама днями и ночами работала на заводе, ковала победу в тылу врага. Малышка вместе со старшей 10-летней сестрой были на попечении у бабушки, которая сама не доедала и не досыпала, берясь за любую работу, лишь бы уберечь детей от голодной смерти. Всю войну, всю блокаду наша семья была в Ленинграде. Часть нашей семьи воевала, защищая Ленинград, добровольцами ушли на фронт, а часть работали, кто в силах был, вот как моя мама, она работала на военном заводе. Вот, и во время войны была донором еще. Вот. Ну и мы с сестрой находились под попечением бабушки. Валентина Мельникова и еще 19 героев Великой Отечественной войны, среди которых защитники Ленинграда, дети войны и труженики тыла, получили первые юбилейные медали 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Знаки отличия со словами благодарности за неоценимый вклад в общую победу вручил каждому ветерану глава региона Сергей Морозов. За годы блокады из 2,5 миллиона ленинградцев погибло, по разным оценкам, от 400 тысяч до 1 миллиона человек. Некоторые из тех, кто чудом выжил в этом аду, сегодня живут у нас в Ульяновской области. 4 наших ветерана принимали непосредственное участие в обороне Ленинграда. А еще 68 человек являются жителями блокадного города. После награждения ветераны могли пообщаться друг с другом в неформальной обстановке и спеть песни военных лет под сопровождение Ульяновского духового оркестра «Держава». Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, Новости Улправда ТВ.